Всем привет, Кент на проводе. Мы продолжаем выживать Minecraft Pocket Edition. И в сегодняшней нашей серии я вам покажу то, о чем вы меня так давно просили. Но у вас, ребята, были разногласия. Некоторые писали: Кент, построй туннель. Некоторые писали: Кент, построй железную дорогу. И как вы думаете, что сделал я? Я сделал туннель вместе с железной дорогой. Я его еще ни разу не опробовал, давайте же прямо сейчас мы его протестим. Ну что, погнали? Говорю сразу, что я потратил очень много времени на все это, потому что у меня не было вообще никаких ресурсов. А как вы знаете, для того, чтобы скрафтить железную дорогу, мне необходимо было железо. Для того, чтобы скрафтить энергорельсы, это, наверное, было самое затратное, мне необходимо золото. И для того, чтобы скрафтить редстоун, мне необходим редстоун. Постарался именно для вас. Теперь постарайтесь и вы для меня. Поставьте лайк на этот ролик. Поделитесь с ним друзьями. Потому что я заметил, что вообще никто не делится. То есть, есть кнопочка поделиться, на нее нажимаете и дальше выбираете социальную сеть ВКонтакте. И это довольно-таки неплохо поможет развитию моего канала. Ну что, в принципе, железная дорога не особо большая вышла. Тут я построил из стекла, потому что мне хотелось бы, чтобы все было прозрачно, чтобы тут было светло. А тут я сделал просто из грязи. На данный момент, ребята, все это очень хорошо функционирует, но мне не нравится внешний вид. Я хотел бы его как-то преобразовать, чтобы оно было похоже на какой-то вокзал, такой мини-вокзал. Поэтому давайте же изменим внешний вид. Ну а как я буду изменять, если у меня нету блоков? Так что погнали по блоки. Так, ты куда без меня уезжаешь, вагонетка? Сейчас я возьму все блоки, что у меня есть. И что-то мы забацаем вместе с вами. Что-то да будет. Как удобно и быстро и функционально. Вообще, я очень доволен, что сделал вашу ачивку. И поэтому вы можете продолжать мне писать в комментарии, что же мне сделать в следующей серии. Поехали! Также, ребят, как вы видите, я чисто все железо, что у меня есть, я его куда-то использую, на что-то трачу. У меня на данный момент даже нету нормальной брони. Из брони у меня только есть штаны. У меня раньше была и терраса, ну, нагрудник. Но потом со временем меня убил какой-то крипер, а я не заметил, и потом все эти вещи пропали. Да, было очень неприятно. Но что поделать. Но пока что на данный момент я не планирую никуда уезжать, поэтому мне ни с кем не надо драться, и меня все и так устраивает. Тем более в шахты я теперь буду ходить более безопасным путем. Я всегда буду осматриваться по сторонам. Поэтому без брони тоже нормально. Из булыжника. Что у нас вышло? У нас вышел какой-то сарайчик. Ну а если мы сделаем и пол из дубовых досок, то будет гораздо красивее. Потому что земля, ну куда прям на сырую землю? Ух ты! Не понял. Так, а с этого момента поподробнее. Это что такое? Нифига себе. Это что за шутки? Лол, что? Лол, как? Какая же она огромная! Железо! Офигеть! Офигеть! Вот это ништяк! Да, ребята, когда-то и мне повезет. Настал этот момент, когда мне повезло. Как же я рад, что я нашел эту офигенную шахту. Потому что в прошлой шахте было слишком опасно. Так, давайте же ее хоть немного осмотрим. Ух ты, а что так светло-то? Ага. А, кажись, я понял, это тот большой каньон, в котором я постоянно умирал, только другая часть его, другая сторона каньона. А, ну, так будет все гораздо понятнее. Давайте попробуем спуститься на самое днище. Видать, что-то полезное тут да найдем. Я только говорил, что не хожу в шахты, и тут оп, и шахта. Это просто такое знамение свыше. Только не упади, Кент. Красавчик, Кент не упадет. Кент, парень, хоть куда? Так, а что там снизу хоть творится? О. А, нормально, снизу вода.
О, Редстоун. Правда, мама говорила мне в детстве, под себя не копай, а я копаю. Поэтому лучше отойду на блок подальше. Так, насколько мне известно, алмазы находятся на высоте до 20 блоков от самого днища. Так, мы дорылись до самого днища. Вот теперь я могу со спокойной душой искать алмазы. Где-то именно тут я их должен найти. Ну а если я их не найду, то просто поднимусь наверх, как последний неудачник. О, ну хоть Редстоун нашел. Вот если бы я нашел еще буквально 3 золота, я мог бы себе сделать побольше энергорельс. Было бы круто. Ну и так сойдет. В принципе, не жалуюсь. Меня пока что все устраивает. Ага, вот она лава. Если бы я был невнимательным и копал под себя, то я бы попал как раз на нее. Главное мне в этом большом каньоне не заблудиться, но, насколько я помню, мне надо просто копать вверх, и все, я уже буду снаружи, это как раз рядышком с моим домом. Так что не потеряюсь. Мама мия, ребята! Мои первые алмазы! Ура! Мои первые алмазы в Minecraft Pocket Edition! Да вообще, я никогда их не находил! Настал тот момент. О, да не один, целых 2! Офигеть! Офигеть! Еще 2! Вот это мне повезло, так повезло! Если б мне так еще повезло с моей лабораторной работой по физике, я был бы вообще офигеть как доволен. Ништяк, вот это мне подфартило, алмазы. Так смотрите, мне по сути уже хватает 5 алмазов, я думал это 4. Мне хватает на алмазный меч и на кирку. Еху, ура. Офигеть, вот эти довольные. Нашли алмазы, ребята. Настал праздник и в нашем селе. И на этой хорошей ноте, пока ничто не испортило мое настроение, мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на мой основной канал, на мой фид-канал, ставьте лайки за алмазы, за железную дорогу, с вами был Кент, всем пока!